С понедельника, 2 ноября, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Одинцовском округе закрыты для приема граждан 15 из 106 окон удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Они расположены в территориальных управлениях Захаровская, Жаворонковская, Боровихинская, Новоивановская, Ершовская, Назаревская и Одинцова. Эти меры необходимы для безопасности сотрудников и посетителей центров. Подробную информацию о графике приема заявителей можно найти на официальном сайте муниципального МФЦ.